У нас 2 июля 2016 года, 7 часов утра. Вот мы. Чем живет у нас лагерь Стан. Инайх набирает зелень разной на салат, чтобы можно было в суп добавлять. Вот наши ребятишки поднялись сегодня, они позже поднялись, чем обычно, 7 часов, потому что сыро и после костра основная причина. Долго сидели на костре. И мы... Вот сестра наша, Галина. Сейчас вот чем посмотрим, чем кухонные работники занимаются. Так, я это забираю у тебя, да? Ага. Ну, можешь показать тут что. Так, моя кастрюля. Вот кастрюля, где? Газетку только себе потом постелите, дайте лучше. Вот, сестры. Так, это где? На рыбачек? Да. Да, он пошел. Вчера поставили, не предупредили, еще все сгорело там, которая икра. Даже угольки одни. Поставьте, вытащите, чтобы чуть-чуть подсохло. Угу. Придется. Я сегодня там записывал, пока время много ушло, про вчерашние комментарии давал, все пока. Ага, пошел обратиться с ним. Вот, Нестор стал у нас, вот братья, кто колет, кто шкурит, кто складывает. Работа кипит в лагере. Ну как ощущение от такого колуна? Работай. Пока еще, да? Пока хорошая. Я знаком с колуном с этим, потому что я знаю, что это такое. Сергей Павлович приехал, тоже трудится у нас. На исправление приехал. О, это кто у нас? Маша? Радость наша. Выспалась? Или до 7 часов вы спали? Я больше и папа. Да? Если это в лагере, тогда... Так, руки из карманов, Кирилл. Так, давайте умывайтесь, умывайтесь и вперед. На зарядку. На молитву. Ребята, побыстрее, побыстрее, давайте. Нам до завтрака надо успеть и помолиться, и все, Евангелие почитать. Так, побыстрее, побыстрее. Настя, ой, это, Ксюша, там кто еще есть? Ну, быстрее, быстрее, Ксюша, быстрее их зови оттуда. Так вот, слава Богу. Yeah.